И всем привет ребят, с вами Страйк, я сегодня записываю новый ролик Сегодняшний видеоролик посвящен Нашим долгожданным анонсам Сегодня у нас четверг А это значит, что у нас в игре появились Новые Анонсики И сегодня у нас, как уже Все наверное знают, появился Анонс с черной пятницей И уже завтра у нас Стартуют э, скидочки 50% на все Я уже за последнее время Ну довольно много контента записал по поводу этих скидок по поводу того что точно черная пятница будет с вкусными 50 процентными скидочками и вот она появляется уже завтра именно 24 числа 50 процентные скидки на Магаз, на гараж на улучшение все кто дождались и не потратил свои кристаллы красавчики завтра уже можно будет подраздать лютого контентика и прокачаться. Также у нас появилась золотая лихорадочка завтра с повышенным шансом выпадения голдов. Да, в ультраконтейнерах можно будет выбить все скины, за исключением новых скинов, которые были в мини-игре хэллоуинской. Специальное предложение 3 катанкоинов, плюс спецушки для новых игроков, спецушка с 15 ультра за 2500, и, и премочкой спецушка за 6000 танкоинов 75 ультра, спецушка за 2300 танкоинов и э, 290 ультра контейнеров. Особые миссии, из которых также можно подлутать дополнительные ультра контейнеры. Э, в сумме их будет сколько у нас получается? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 и здесь еще плюс 3. Итого 18 ультраконтейнеров, мегаголды и оформление. В целом это то, что я ждал давным-давно. Мой мегадонатик завтра будет давать лютейшую грязь по прокачечкам. Поэтому завтра мы стартуем. <coughs> постараемся выкачать прям по максималочкам э, наше вооружение. Ну и плюс ко всему прочему есть возможность что-то еще тушануть. На бездонате. А что сможете написать в комментариях? Ну и если ждет еще и контентик подобного рода, то тоже э, проявляйте максимальную активность. Что касаемо моих других аккаунтов, там я, наверное, особо ничего в приоритете покупать не буду. Посмотрим, что там будет по скидкам в магазине. Будет ли там э, скидочки э, на что-то вкусное помимо ультраконтейнеров? И ультраконтейнеры по чем там будет продавать, я тоже не знаю. Да, будет ли вообще смысл в этом всем деле? Может быть, если завтра меня как-то что-то забайтит или там поставим какую-нибудь цель по лайкам, э, завтра что-нибудь откроем, да, вкусненькое. Э, ну а если не будет никакого интереса, ну тогда, в принципе, сделаем только акцент на прокачечку на скидочках. Да, можно будет еще, может, кристалл потратить или оставить. Кристалл, ну не знаю, в, в любом случае завтра разберемся. Также у нас появился интересный пост <coughs> с тем, <coughs> что танки онлайн... Теперь у нас на Reddit. И здесь есть такая темочка, что если вы подписываетесь на редит танков, при достижении 10 тысяч человек будет опубликован промокод на 15 контейнеров, 20 тысяч 15 ультра и 30 тысяч 150 танкоинов. То есть это могут быть халявные танкоинчики под Черную пятничку и под как раз-таки, как он называется, под танкофонд. Да, если э, 30 тысяч подписчиков у нас наберется. Сколько у нас есть уже здесь? Я, честно, на этом редите никогда не был. Э, 707 человек, да, я так понимаю. Подписчиков 707. Да, при этом онлайн тут. Ну, короче, это типа твиттера, я так понимаю, да. Что-то в духе твиттера. Под англоязычную аудиторию Такая вот темочка сделана Можно подлутать красочку Если вы хотите, для подписчиков Можно здесь ее забрать Ну и также можно забрать один вкусный Ультра контейнер Который будет опубликован Также в моем дискорде В который вы можете попасть Перейдя по ссылочке первой в описании да? Специально ссылочку на дискордик Оставляю у нас сегодня также вышел видеоблог. Там ничего такого сверхъестественного и интересного не было. Но промокодик с одним ультраконтейнером был. Поэтому эту вкусность мы забираем. Вот такой вот промокодик. Оп, ультраконтик сюда в карманчик лутаем. Ну, а вы можете, если вдруг еще не забрали этот ультраконтейнер, перейти в мой Дискорд, в оповещалочку и оттуда тоже забрать. Ссылочка на него есть в описании. Ну и все, в принципе, ребяточки. Больше здесь особо разглагольствовать не по ждем завтрашних скидок сразу будем тушить контентик и надеюсь 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 что что-нибудь мы еще годненькое завтра сможем под эти скидочки оформить пишите Рады ли вы черной пятнице? Что будете прокачивать? Готовы ли ли потратить все, что накопили по этот день? Все-таки было у нас много 30% скидок, когда я говорил, что копите кристаллы, оставляйте все на черную пятницу. Что вы по итогу сможете втушить? Знаю, очень многим припасов не хватает, поэтому припасики, я думаю, что надо будет точно под его делать. Ну и также <coughs> поддержите данный видос лайком, чтобы уже завтра я по возможности как можно скорее втушил видеоматериальчик с мегадо... Ой, мегадончиком говорю, с бездоном 2.0, с прокачками и с таким интересным контентиком. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.